Приветствую вас. Как вариант, вам может быть просто скучно, и это кажется чем-то интересным. То есть порой люди, которые живут довольно размеренной жизнью, а по большому счету хотят больше отреагирования. И маниакальные истории, и криминальные истории, запретные истории – это больше про это. Это как раз-таки именно про отреагирование. Вот. То есть это, знаете, такое желание как-то вот разрядить обстановку, разрядить напряжение, собственно, разрядить неудовлетворенность. Вот. А, быть может, у этого есть некая идейная сторона, когда человек, например, изучает маньяков, хотели постараться их понять. Такой опыт, в принципе, тоже есть. И, ну, многие люди этим занимались, в том числе психологи этим занимались, да. Вот. Самый один из ярких примеров — это Ламброзо. И вот, Ламброзо, точнее. Тут тоже есть свои моменты. Важно все-таки увидеть то, что вам интересно в этом. То есть, ну, материал, ну, маньяки, понятно. А интересно что? А что вы выделяете больше всего? Зачастую, вот как правило, интерес к маньякам, да, именно интерес к маньякам, к людям, маньякам, в себе подразумевает жертвенность. То есть вы можете искать, интересоваться маньяками только потому, что вы жертва. У вас есть код жертв. И с этим нужно работать. А, то есть это вот именно жертвенность. И вам хочется, условно говоря, вы находитесь в свободном. Ну, в свободном таком плавании, да, то есть нет четкой направленности в жизни, например. Либо есть, но она вас не удовлетворяет, либо она есть, удовлетворяет, но порождает другую неудовлетворенность. Это вот все про жертвенность, это все про такую вот некую потерянность, некую некий такой вектор, пренебрежительный вектор отношения к себе. И вам нужен вот как раз-таки подсознательно такой человек, маньяк, который вот вас бы направил. Куда-то при этом это будет связано с определенным, как бы, ну, риском, с определенным насилием, вследствие чего вы будете чувствовать себя более значимой и важной, более ценной. Вот. Тут может быть и идея мазохизма тоже, например, если вот у вас в семье были некоторые перекосы, допустим, перекос в сторону отстраненности при общем спокойствии, допустим, перекос в сторону гиперопеки при общем спокойствии, допустим, перекос в сторону неестественной вежливости при общем спокойствии. Вот. Все это может порождать так, вот именно такую вот потребность в том, чтобы прорвать, условно говоря, вот привычный такой полог взаимодействия с другими людьми. И маньяки под это очень хорошо подходят. Естественно, это только предположение, и говорить о каких-то реальных причинах, на мой взгляд, нельзя, потому что для этого нужно поисследовать, поработать с вами, да, и изучить. Вы слишком мало информации предоставили о себе, помимо детства. То есть вы считаете, что интересоваться маньяками могут только люди, у которых вот в детстве были инциденты и там, как вы написали, насилие. Нет. 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 Это не так. Интерес к маньякам может быть даже вторичным. Понимаете, может быть даже вторичным. То есть я имею в виду
что такое вторичный, да, что такое вторичный интерес. Вторичный интерес – это когда вот именно и ими, маньякам, интерес к маньякам, компенсируется какая-то, ну, другая проблема, условно говоря. Компенсируется какая-то другая трудность, условно говоря. Вот. И, соответственно, то есть тут, может быть, даже это не первопричина всего, что происходит. Поэтому в любом случае с этим всем нужно работать, в любом случае все это нужно исследовать. Вот. И когда и если это будет сделано, я думаю, что вы сможете понять. Вот. Это лучше всего делать, конечно, через непосредственную работу с специалистом. Это лучше делать непосредственно через консультацию, консультирование. Вот. А так оно будет проще. Для вас проще. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.